Дима, мы только зашли, ты пойдешь с нами в следующий бой? Чувак, блин, сейчас мы там отыграемся, блядь. Стабилизатор на земле, Игорь. Да, ты. Я улетаю. У вас пока людей хватает, попозже. Ася, ты на земле. Меня поменяй, Дима. Сейчас, да? Не сейчас, подожди. Ну как, да? Завтра, что ли? Вась, где ты будешь так говорить, что делать? Блин, вся земля, да. Одни зенитки, ёпара сутая. Отверстие не скидывайте. А землю. Вася, ты на свете, да? Да, Вася. Ну держись, Вася. Удачи. Мужики, половина заходит с правой точки, половина слева. И так вот пойдем бомбить. Они там уже прут. А я по центру. Целая куча танков. Падать только много. Вы светите. Командуйте, народ. Бомбежку командуйте. Да, падаем. Бомбежку. Раз, два, три, погнали. Падаем. Зенитка в первую очередь. Просто не забывайте стрелять. Одну забрал. На точке забрал, Вась, пантеру. Они не дают доехать, пока я аккуратно. Рядом. Там на БТР светится, все светятся. Дима, ты скинул, да? Подвесы-то. Варлок, скинул подвесы, да? Выезжай, Вась. Ой, Игорь. Выезжай, да. Вон они сейчас ждут, что взять. Вот уже робкий истребитель. А невольная поддержка. Только она не функциональная. А здесь кто считается? Вась, считается здесь? Да. Я же не на ней, да. Ну я же не на ней. На свете. А, на свете. Слушай, ну так есть смысл тебе на своей выехать. Блин, смотри, слева. Кто ты? Слева. Вот так она. Даже тут высоту набираем сразу. Там у них воздух уходит. Два танка на точке, ребят. Их всего два. Одного забрал. Да, вижу. Спасибо. Вовремя. Помогите с пантерой еще. Минус. Высоту набираем. Минус. Или как-то. Пошли с вами помогать. Играет и ищет. Ладжер стягивает, слышу их вниз. Пантеру, заходите с другой стороны. Берут самолет. Кого сбили, сейчас тоже самолет возьмите. Народ. Пантера на точке. Заходите с правого фланга. Она на меня смотрит. Кто-то стоит справа, они ее убили. Набираем высоту и не надо на них. Набираем высоту, не иди на них. Смотри, тихо. Давай, сближайся ко мне. У меня было пошли. У меня еще один. Кто-то перед точкой. Тигр H. Хорошо. Механик лежит H1 в этом эфире. Кто-нибудь поможет на шестерку? У меня еще 6. Все, спасибо. У меня 6. Все, я снял шестерку у тебя. Не высовывайте на свой номер. Все, еще два. Один. Сейчас напишут боксинг читер. Мне недавно тоже писал такой один.
И еще великий левый, все. Еще два воздуха. Угу. Надымил-то надымил. Четыре воздуха. Я вижу. Надоруют. Заработал. Это леший, аккуратно, впереди куча танков. Ты прям на них прешь. Ребята, у кого я их просто бежит? Жду. Я их просто жду. Они сами идут ко мне. Дай разобрал. У меня 6. Кого самолет? Да, нет, поняли, поняли. Все, зараза, зенит-то все-таки меня забрала. Это вылетели еще раз. Еще раз. На расстоянии маленький, если зенитку увидите, мы тебя забрали на танк. Вы под двоем не едете, это забомбят вас еще. Зенитка на левом респе. Там Дора еще вышла. Иду на Дору. Перед точкой танк стоит. Перед точкой критованная 3-4. Без гусениц. Бомбить. Потому что там выражает будет зенитку. Можете взять на всякий случай, мы там посмотрим. 3-4 не пустите на точку, она там стоит без гусениц. Угу, на тебя смотри, 6-4. Падает сильно там, ось вот тут. 3-4 забрал. Шикарно. Зенитка забрала. Нет, подруга. Два там. Я, наверное, не долечу, к сожалению. Если БФ заберете. Там танки поперли, блин. Каперсена, это... завалите, народ. Боксинг. Зенитка нужна. Каперсена заберите. Зенитка нужна на земле. Что, брать беру тогда? Одну, да. Думал, что Дору-то вы догоняете одну, уже? Одну. Больше не надо, одну. Лёха взял. Все, достал его, мать её. Какая на юрту была? На зенитку тяните. Один к двум. Упрямые ребята прют на пруд на точку. Только зенитки не берите никто. Закрыл, ставить посадка, и лучше тогда гаражиться. Ну так зенитку не убирать, если два воздуха, три воздуха, все с подвесом. Зенитку я забрал. Не берите зенитки. А вы против троих управитесь? Ладно, я подожду, посижу. У нас Лёха справится. А у нас давно так? Ванька шит от тигра. Он что там, говном намазанный, что ли? Ты там выжил хоть? Межган там рядом с тобой, тигра. Ставят, по воздуху. Опа, я из тигра его забил. Все, дальше точки сильно не едем, мужики. Дальше точки сильно не едем. Смотрите, в линию не стоит, что Дора летит. Или Дура, или Дора. Спасибо, отлично. Красавец. Хорош. Вась, твой выход. Вон Дора. Облома.
Командир наводчик упал в вашке. Дора, я полетел дальше. Да ты дальше полетел на поле. Все забрало. А зачем дальше-то ты полетел? Сейчас. А, ну уже поздно. Разбомбили, только башня, блядь, отлетела. Со свистом прямо. Я ее поджег полностью и пошел на второго. Сбил второго. Если бы это был не конец боя, нас бы завалили. Со свистом разобрали.